Всем привет! В этом коротеньком видео я расскажу о том, что лично я сам делаю с теми отходами, которые у меня остаются. Итак, перед вами вот эти четыре экземпляра, да? Две коробочки, крышечка и бутылочка. На вот этих трех написано следующее. Вот такие две буковки английские P. P-P получается, да? Как Павловский посад фактически. Что это такое? Это полипропилен. Полипропилен. Подробнее о нем вы можете почитать в той же Википедии или где угодно. И что важно знать нам, что такие коробочки, они перерабатываются. Вот пункт переработка, да. То есть мы их берем и складываем тут в пакетик, да, как я сейчас сделаю. Вот, пожалуйста, складываем. Их нужно еще смять. Это мы все сомнем потом. На бутылочке написано следующее: PET. PET. Это полиэтилен терефталат. Вот такое длинное название. Вот по-русски тоже PET. А по-английски это выглядит вот так. Да? Циферки нам сейчас не важны, нам важна вот эта аббревиатура. И, собственно, пожалуйста, переработка и утилизация. Да? Вот. То есть мы также, вот я сейчас допью, и туда все это у нас определится. Пока пакетик такой, других, к сожалению, нет, но нам самое главное начать. Увидимся в следующем видео.